Всем доброго утра. С вами снова Вимзап. Сегодня очень надеюсь, что будет довольно интересное видео. Разбираться мы будем в Grand Starax. У нас получается Urban 2020 года. Пробег, кстати, я даже не смотрел. 94.096. Буду рассказывать со слов мастера. Клиенты более чем уверен. Все не расскажут или расскажут вообще неправду. Вот. Второе, мне уже досталась эта вся информация только от мастера. И то досталась она там от двух мастеров с трудом. Как-то тоже пришлось выбить. Что с машиной? После выходных пришел, машина стояла во дворе. Сказали, что ко мне евро 6. То есть у нас топливные форсуночки Денса. Машина якобы где-то шла по трассе. При резком ускорении пропала тяга, встала в аварийный режим. После чего они там свернули на обочину, заглушили ее. Вроде как и больше не завели. Но потом чуть позже выяснилось, что оказывается все-таки она там заводилась как-то с трудом. Это уже потом, после того, как отзвонились клиентам, они дали более там, какую-то информацию такую подробную. Что она там заводилась, не тянула, не ехала. Ну, короче, что-то делали. Что-то делали. Здесь особо я ничего не увидел, чтобы что-то кто-то ломал, крутил, вертел. Единственное, что я увидел такую вещь, как на топливных трубочках и топливных форсунках есть меточки. Есть только на первой, второй и третьей. Ну, как бы согласен с тем, что на четвертой не стоит ставить. Можно, то есть мы и так знаем, что если не отмечена трубка, не отмечен у нас форсунка, то значит это четвертая, там, к примеру, так как мы вторую, первую, третью отмечаем. Рассказали, что она еще при этом стучала, шел черный дым. То есть первое предположение, что она детонировала. Детонация у нас либо вследствие плохо работающей самой форсунки, либо из-за того, что форсунка льет в камеру сгорания слишком много топлива, и поэтому происходит детонация. Как раз-то вот появляется этот стук. Ощущение такое, что кто-то берет молоток и стучит там в цилиндре. Ну ладно, стали ее крутить. Была ошибочка 0,087 по низкому давлению. Стали ее крутить. И единственное, что проверил, то есть давления топлива не было вообще. Проверили сразу же подкачной насос. У нас здесь уже ручной груши нет. То есть у нас в баке стоит электрический подкачной насос. То есть с помощью диагностики его включили, прокачали, все проверили, давление. Все приходит, все отлично. Также сделали сразу тест на обратку топливных форсунок. Проверили регулятор, сбрасывает оттуда или нет. И вот буквально пару раз при кручении стартером, где-то, допустим, с прокручиваемым стартером, постояла там прям минуточек 5 после кручения, чувствовала, что один из цилиндров детонировал. То есть компрессия в нем есть, и туда попадало какое-то топливо. Происходил стук. После чего потом круче, все отлично. В любом случае, то есть понятно, что проблема где-то, допустим, с одной из форсунок, либо что-то там с количеством впрыска. В любом случае, чтобы не произошло гидроудара, снимается топливные форсунки и проверяется. И когда я начал их снимать, я увидел вот такую штуку. Вот он, распылитель. Он прям такое ощущение, как будто расплющился, но по факту он сгорел. То есть между колпачком, который прижимает распылитель, стало пропускать. Это говорит о том, что был перегрев, забило распылитель сам форсунки. И топливу некуда было деваться, и он его вот так сжег. Видно? Вот он, выгорел. То есть все четыре форсунки, вот он прям, точно такая же история. Все четыре форсунки, скорее всего, на выброс. В таких случаях всегда сразу первое, что делается, это делается инспекция топливного фильтра и топливозаборника. Но опять же отталкиваемся от топливного фильтра. Что там внутри? Взяв вчера я колбочку чистую, топливный фильтр снял, начал сливать. Начала сливаться вот такая непонятная штука. Я прекратил. То есть сливать. Сейчас остатки будем сливать уже вместе. Вот. Непонятно, что такое там. И вот теперь посмотрим. Вот я топливный фильтр. То есть ручной здесь нет подкачки. Как говорил, у нас подкачной насос уже в баке.
И начинаем. Вот когда не льется, это говорит о том, что фильтр забит. То есть вот он, видите, он вытекает отсюда. Отсюда он льется, а снизу не льется. Говорит о том, что он забит. Там очень-очень еще много топлива, но оно оттуда не выливается. Топливо на запах. Топливо как топливо. Русское топливо. То есть, если топливо там какое-то пахнет топливом, то у нас пахнет печным топливом. Ну, или еще чем-нибудь. Какой-нибудь заразой. Запах подобный, как бы нормально у нас тут. Так, ну попробуем. Угу. Пошел. Вот топливо, скорее всего, где-то должно быть здесь сейчас. Прятаться. Вот оно. Видите, да? То есть не пропускает вообще. И вот они посыпались, куски лохмотья. Чего-то прям вываливаются оттуда. То есть даже там, где датчик воды, ничего не льется, не показывает. Так, ладно, фильтр мы оставляем, потому что фильтр нам надо будет показывать клиенту. И просто в таких случаях, когда будут большие потери в бюджете, поэтому все нужно оставлять. Сейчас будем искать все. Грязь, воду, стружку. Даже боюсь представить, сколько будет стоить такой комплект топливных форсунок. Так, 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 так. И вот она. Вот она, эта непонятная штука. То есть что-то черное, вот что-то мутное, как будто как пленкой стоит. Там снизу водичка. Откуда ребята это взяли, все непонятно. Сразу стружку. Конечно, для стружки надо еще вытряхивать магнитик. Берем, потому что непонятно, что с насосом. Сейчас, кстати, будут сразу вопросы, а что делать дальше, а что с насосом, что с тем, что с этим. Если бы она приехала сюда, хоть как-то работала, было бы какое-то представление о том, как она работает. Но на данный момент ее притащили на эвакуаторе. Поэтому представления вообще никакого нет. Ну, что-то зацепилось, какая-то кучка. Ну, вот, конечно, так не получится. Надо все-таки, наверное, сливать дальше эту грязь. Ну, вся стружка обычно внизу здесь нет. Тут уже ничего нету. И грязь вроде как нельзя сливать. Надо оставить, показывать людям. Визуально сейчас гляну, не блестит ли там что-нибудь, есть какие-то блески, ну пока это непонятно. Иногда в таких случаях, когда програет распылитель или колпачок, и топливо в неограниченном количестве попадает в камеру сгорания, бывает, что расплавляется даже поршень. Но вот в D4CB, слава богу, как бы практика показывает, что поршня выдерживает. Я много раз видел, когда снимал головки. И кромка камеры сгорания в поршне, она оплавленная, но в целом, то есть камера сгорания, поршень весь целый, то есть все работает. Потому что, как бы, опять же, мы когда крутим, компрессия есть, не будем туда залазить. Единственное, что мы, возможно, залезем туда камерой, прежде чем все это ставить, запускать, и посмотрим, что там с поршнями. Только потом уже будем устанавливать форсуночки. Дальнейший шаг – это топливозаборник. Он бы вскоре заржавел так, чтобы я его потом вообще не открутил бы. Ну вот непонятно, что произошло, как заправились так или что это. Вот. Непонятно, что с мочевиной. Забито, не забито, хотя уровень масла в норме. Первое, что когда мочевина забивается, она начинает увеличивать количество впрыска. При увеличении количества впрыска топливо не догорает и частично попадает в масло у нас, то есть через поршневые кольца.
И, как я уже говорил, в каких-то там многих видео и случаях, если на те же 8 литров масла налить буквально 50 грамм дистоплива, то пары, то есть запах паров будет очень сильный. Вот масло. Здесь как бы я пробовал, ну, опять же, холодное было. Может быть, что-то и есть там частично. Вот, запаха дистоплива нету. Заливную горловину обычно на горячую открываешь, и сразу чувствуется, если там попало хоть сколько-то. Так, что тут у нас? Вот он, теперь следующий. Вот он, следующий лючок. Вот тут была водичка, не знаю, зачем. Здесь была водичка, непонятно. Теперь все это нужно продуть, прежде чем снимать. Тоже во многих видео показывал. Вот здесь я бы рад открутить бы это все съемником, но не могу, потому что сиденье не дает. Нужно снимать сиденье. Сиденье довольно тяжелое. Одному неудобно вытаскивать. Это первое. Второе. Иногда есть случаи, что его можно отодвинуть. В этом случае сюда пытались отодвинуть, ему места не хватает. Поэтому будем отворачивать его по старинке. Сейчас только продуем. Так, ну вот практически все. Сейчас, ну еще раз сейчас я продую. Так, здесь не оставляем, потому что запах дистоплива потом останется в салоне надолго. Тряпочку сейчас такую, как дорожечку, простеливаем, потому что сейчас вытащим колбу, с нее будет капать, чтобы тоже не попало. И что там? Это не лезет. Раньше здесь насоса не было, и все это вытаскивалось без всяких проблем. Теперь здесь уже добавили сам подкачной насос. И добавилось шланчиков, трубочек. Такое ощущение, что полный бак. Все, как я люблю. Слушай, она такая прям густая льется. Вот, кстати. Ну вот здесь, вот смотрите, сразу визуально видно на свет. Визуально видно на свет, что... Ну вот тут вроде бы как в верхней части ничего нет. А вот тут вот, вот есть затемненное пятно вот здесь. Что здесь, скорее всего, есть какая-то грязь. Но вполне возможно, что она там не критичная. Какой-то хлам и мусор непонятный. Сейчас соединим, посмотрим. Это что такое, сено, что ли? Да, это какое-то сено. Волосы сена. Все есть. Рыбий корм. Или деревенский, правда, колхозный корм. Потому что сено тут уже есть. Вот еще белое что-то есть. Ну, кстати, вот двигается кучка вся, он пошла. Вон эта белая куча вся двигается. То есть это... Надо как-то отделить стружку от этой, тогда можно будет увидеть. Вот здесь вот, допустим, тащим, затаскиваем в центр, и вот вся куча начинает шевелиться. Непонятно, где кто как заправился. Будем копать как можно больше, чтобы у нас было более побольше информации всей. Сейчас возьмем и распилим фильтр, потому что я обычно... Я отвечал, что мне есть чем заняться, но вот сейчас мне нечем заняться, поэтому я распилю очки. Никогда этого не делал, ничего подобного. А сейчас распилю. Просто я боюсь, что при распиле туда попадает. То есть, опять же, мы пилим фильтрующий элемент, пилим сам корпус, и эти же ошметки попадают туда. Но мы на них не будем обращать внимания, мы будем обращать внимание только на то, что внутри.
Так, господа, не судите строго. Я понятия не имею, с какой стороны его пилить. Поэтому, если сейчас кто-то увидит, как я начну пилить его там сбоку или с краю, и скажете, что ты делаешь? А я скажу, я не знаю, что делаю, потому что делаю это первый раз. Нет, ничего тут нет страшного. Посмотрите, как его... Вот я знаю по масляным фильтрам, по воздушным. Вот когда вот такое происходит, то есть сминает, это говорит, что уже не пропускал он. Его просто сдавило прям. А вот тут, кстати, есть такая интересная штука. Вот эта желтоватая штука, которая густая там была. Вот она, кстати, есть на стенке. Это какая-то прям смола. Так, здесь понятно. Теперь вот эту часть. Просто мне интересно, вот его свернуло настолько сильно. То есть, ну вот, понятно, что ничего не пропускало. Оп, ой, красота какая. Ну, здесь понятно, что тоже пилил попало. И вот теперь где-то вот. Слушайте, кстати... Неплохо-то он и разбирается весь. Ну вот она, смотрите, вся эта непонятная слизь. Разворачиваем. Вот везде слизь. Непонятная. О, вот. Все хуже, хуже и хуже здесь. Вот он, как его согнуло, пластиковый корпус. То есть даже сломала вот здесь перегородочку пластиковую, поломанную. То есть насколько было давление, фильтр просто забился очень сильно. Вот он кусок от пластиковой перегородки лежит. Ну и вообще такое ощущение, что это что-то попало, что там прям склеилось. Вот что-то в этом роде. Ну что, первый раз я распилил фильтр, ну довольно интересно. Согласен, можно поковыряться, что-то узнать новое. Доставим ему тоже распильный фильтр, пусть будет, потому что мало ли, кто там у нас из клиентов. Люди разные бывают, поэтому, когда сейчас им объявят по 25, а может быть и больше за каждую форсуночку, и получится сотка, а от сотки начнем плясать. И тут будет важен каждый момент в нашей работе. Деньги немалые. Все оставляем так. Ждем мастеров. Просто время еще не рабочее даже. Поэтому у нас сегодня тишина, хороший звук. Никто не стучит, никто ничего не пилит. Вот. Сейчас начнется рабочее время. Придет мастер. Мастеру все сообщим. Мастер, скорее всего, наверное, будет... настаивать на том, чтобы клиент прибыл сюда, и когда он уже прибудет, мы уже будем тут по месту, по факту решать. Хотя, может быть, и не приедет. Ну ладно. То есть 4 форсунки на выброс. Топливный фильтр, понятно, что замена. Топливный бак мыть не нужно, потому что внутри там ничего нет. То есть топливо визуально все чистое. На дне полный бак. Вся толща свободно просвечивается светильничком. На дне прям есть буквально 5-6 вот таких беленьких крошек, как здесь вот полный заборник у нас был. То есть в баке нет смысла чистить. Расплавились они, скорее всего, из-за того, что распылители забились. И напомню, что когда топливо там свыше 100 бар проходит через очень узкое пространство, при высоком давлении оно нагревается, топливо, очень-очень сильно. И то есть расплавить ей распылитель прям, ну как, нифиг дело. Поэтому, вот, а у нас доходит до 160,
170. Все, ждем, дальнейшие будем действия делать. Получается, еще потом, сейчас ребятки придут, залезем все-таки камеры, посмотрим по цилиндрам. Получается, самая плохая форсунка, которая как раз детонировала, я вытащил ее из четвертого цилиндра. То есть вот здесь по вот этой всему объему, видите, тут какая щель, да, огромная, ее здесь не должно быть, этой дырки такой огромной, вот. Это сгорел частично колпачок, расплавился, и частично распылитель, поэтому появился такой зазор. Чтобы сразу всем понятно было то, что вы увидите, вот он поршень. Поршень от D4CB, это Евро 4. Видим, да, вот это у нас камера сгорания. То есть камера сгорания в головке блока цилиндров у нас нету. Камера сгорания на дизеле находится в поршне, вот она. Допустим, Евро 5, Евро 6, камера сгорания немного другая. То есть конус более острый, или там более глубокий, или что-то еще. Края поршня не расплавлены. Здесь тоже, потому что когда поршень, что-то случается с форсункой, распылителем, редко, но бывает. То есть расплавляется вот эта часть камеры сгорания, либо внутренняя часть. И уже будем смотреть сейчас, как там. Четвертый поршень вымыло соляркой, сам поршень, вроде бы кромка не расплавилась, и полная камера дистоплива. А, это даже у нас видно направление и группу поршня, то есть вот все, его отмыло так, дистоплива. Ну, вроде бы, как всегда, ничего страшного не случилось тут. Оттуда из камеры сгорания откачаем, визуально все с поршнями, все хорошо, все целое. Самый главный вопрос — это по ТНВД. Начал ли он все-таки гнать стружку, потому что стружка в грязи есть, но визуально мы не видим. Эта стружка, она бывает блестящая, то есть когда ее только сорвало там, с плунжера, с корпуса насоса, с кулачкового вала. Либо это стружка, допустим, это не стружка даже, это ржавчина, которая попала вместе с топливом. Ладно, будем согласовывать снятие ТНВД и его разборка. Будем подводить итог. Вполне возможно, что причиной стал топливный насос. Может быть, он гнал стружку. Стружку мы какой-то обнаружили. Она была как в топливном фильтре, так и была в топливозаборнике. Только происхождение мы ее толком не выяснили, потому что там была эта каша, и непонятно, что это было. Наверное, у каждого из вас появится вопрос, а как же, где же все это? Вот обещали вроде как показать и рассказать. Вот, но не будет этой части, где мы все более детально разбираемся и делаем, то есть она будет отсутствовать. Отсутствовать будет по той причине, что клиент сказал, то есть его была просьба такая, то есть все поставить новое, все оригинальное, все почистить, все прописать, то есть сделать так, как надо. Все идеально, то есть собрать, поставить новый насос, старый, не разбирать, ничего не трогать, сложить коробочку и на выход. Так и сделали, поставили новый насос, новые форсуночки, собрали все как положено, то есть прописали, прекрасно завелась машина и в тот же вечер уехала. То есть вопросов к ней никаких. Единственное, жалко то, что все-таки Евро 6 топливная система Денса, такой насос я еще не разбирал, не вскрывал. Опыта мало как у меня, так и у всех остальных. Многим бы интересно было бы увидеть все-таки, что внутри, какая причина всего этого. Напомню, что все собрали, сделали. Там обязательная процедура у нас в Евро 6 в Денса. Насос проводим адаптацию, то есть прописываем, что мы поставили новый. И еще момент по топливным форсункам. У нас на топливной форсунке 30-значный код. Его прописываем, все 4 кода. И помимо этого заходим в специальные функции и подтверждаем, что мы еще, это отдельный пункт, еще подтверждаем, что мы заменили форсунки. Выяснилось такой маленький момент, не знаю, ну в моем опыте такого не было, возможно, и стало это причиной. Топливный фильтр, то есть я разговаривал с клиентом, он не менялся 95 тысяч. То есть вот сыновья, с машины он просто не менялся. На этом все. Если было интересно, то ставьте лайки.
Все, всего доброго, до свидания.